Привет, друзья! У Лёши Романова, бессменного лидера и поэта группы «Воскресенье», должна выйти книжка. Она называется «Всё сначала». Туда войдут, я так понимаю, стихотворения Алексея, а также тексты его песен. По поводу группы «Воскресенье». Это действительно очень важная легендарная группа. Лично мне она никогда особо не нравилась, потому что мне казалось, что они такие... Ну, в общем, это такой русский рок в чистом виде, в том числе и довольно-таки заунывный. Кто виноват и в чем секрет, что, в общем, ничего нет, этого нет, того нет, все фигово и так далее. Мне казалось, что надо как-то быть так поагрессивнее, поактивнее. Но, в общем-то, группа «Воскресенье» прекрасно передавала чувства того времени, того поколения. По дороге разочарований. Очарованный пойду. Ой-ой-ой-ой. Разум полон светлых ожиданий. Ой-ой-ой-ой. Сердце чует новую беду. Человек с интересной, драматичной судьбой, очень талантливый и очень хороший парень. Эту книгу, конечно же, надо поддержать. Вперед!